Лекция на тему цели мануала, получается. Мануал — это документ, который представляет информацию, необходимую сотруднику департамента для исполнения его обязанностей. Мануал описывает регламент действий при различных ситуациях, структуры должностей и званий, цели и ценности департамента, а также его организацию. Основная цель мануала — это предоставление необходимой информации, которая нужна для разработки для работы в департаменте, чтобы достичь наиболее высоких. Я прервался сейчас? Да. Блин. Норм читаешь, кстати, хороший флоу. Основная цель мануала — это предоставление необходимой информации, которая нужна для работы в департаменте. Чтобы достичь наиболее высокий результат работы, в мануале прописано, получается, собрана вся информация в департаменте. Использовать мануал для получения информации может только сотрудник департамента. Передача, копирование и распространение информации из данного мануала запрещены. Мануал является собственностью департамента полиции штатов. Лекция на этом окончена. Вопросы есть? Нет. Нет, вопросов нет. Нет. Да, я теперь дальше сосать. Можно ли копировать мануалы и кому-то передавать? Нет. 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 Хорошо, лекция на этом окончена.